Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Интриги нет, победит Богдан. А вдруг Лазутки? Я все-таки поставлю на него. Чего ты вдруг решила за Петю болеть? Артем же твой парень. А за Тему уже неинтересно. Но так всегда первый везде приходит. Так а за Петю нет шансов, он дохляк. Зато умный. А телом всегда управляет мозг. Ну, тогда Эйнштейн был бы олимпийским чемпионом. Молодец, чемпион! Отличный результат! Так и правда до Олимпиады недалеко. Кажется, Артем не всегда побеждает. Кажется, кто-то втюрился. А как же Петя? Вы же встречаетесь. Мы с Петей просто друзья. Как скажешь, подружка. Ну ты, Ромео, недоделанный. Я буду болеть за тебя. Ла-ла-ла. Тебе-то что, Темас? Да ничего. Обидно за тебя просто. Ходишь, сопли жуешь. Нравится? Подойди и возьми. Телки напор любят. Ты всех по своей Лизе судишь, да? Соня, она не такая. Ее напором не впечатлить. Да ладно тебе. Не такая. Все они одинаковые. А знаешь что? Будешь тянуть резину, я сам за нее возьмусь. Тогда и посмотрим, такая она или не такая. Ну что, провести тебе мастер-класс? Знаешь... Обойдусь как-нибудь без своих мастер-классов, окей? Да ладно, Богус, что ты обиделся? Я же пошутил. Нет юности, я сама. И потому повсюду я ношу тебя, как бремя и оберег. Когда настанет время, я свет твой унесу с собой во тьму. Ну как, не сильно пафосно? Это что, вообще супер. Я вот как собака Павлова, я чувствую, но сказать не могу. А у тебя слова, они живые. Скажи, что же живые. Я даже... Ну, ты успокойся. Даже не знала, что среди нас такие таланты имеются. А я не думала, что ты из тех, кто любит поэзию. Да ты вообще мало обо мне знаешь. Ну, оно и не мудрено, мы же с тобой только через Настю общались. Да, и поэзию я люблю, и ты мне нравишься. Всегда нравилась. Кстати, а приходи сегодня на мою вечеринку, там будут только самые лучшие. Ну и Богус, конечно, тоже. Я не знала, что ты устраиваешь вечеринку. Ну, теперь будешь знать, подружка. И ботана своего прихвати. Хорошего вечера. Тусовка для альфа-самцов и самок. Мне там делать нечего. Я даже танцевать не умею. Так ты же не научишься, если не будешь пробовать. Послушай, тебе не надоело быть аутсайдером? Вот мне, например, надоело.
Пора повышать свои социальные навыки. Ну, пожалуйста, ну ради меня. Ну, ну ради тебя. Спасибо. Мам, Лиза Захарова сегодня вечеринку устраивает, и меня позвала тоже. Мне же можно пойти? А ее родители не против? Они вообще в курсе? Конечно. Там же не будет ничего такого. Просто соберутся все свои, никакого алкоголя не будет. Свои? Тебе же не особо Лиза нравилась. Ну, теперь нравится. Мам, ну там не будет ничего страшного. Просто посидим с ребятами, послушаем музыку. И лето ведь скоро, мы долго не увидимся. Да прям-таки не увидитесь. Вы же все вместе в Лондон едете скоро. Понятно. Все придут на вечеринку, а мне, как обычно, никуда нельзя. Ладно. Только забери брата с музыкальной школы. А то у нас с папой тоже планы на вечер. Конечно, мам, без проблем. Спасибо. Мы дома. Есть кто живой? Вы вовремя. Ужин практически готов. Ой, мой любимый, не знаю, что больше хочу, ужинать для тебя. Фу, опять слюни. А ну иди сюда. Мы тебя сейчас тоже обслюняем. Эй! Ну иди сюда. Иди! Вот ты где! Это Тёма. Они с Богусом уже выехали. А Лазуткин будет? Ну, он еще. Черт, я совсем забыла. Алло, Никита, а ты где? У музыкальной школы. Ты скоро? Слушай, мне совсем не получается тебя забрать. Ты можешь сам домой доехать? Но у меня же ключей от квартиры нету. Черт, я забыла. Слушай, а может, ты сюда приедешь, к Лизе, а? Могу. Я же на самокате. Круто. Слушай, ну... Ты же помнишь, да, где Лиза живет? Это еще ближе, чем к нам домой ехать. Ну, побудешь тут немножко. Вот, а потом вместе домой поедем. Идет? Ладно, скоро буду. Сколько можно их ждать? Ты звонила Артему? Да уже стараюсь. Они такси долго не могли вызвать. Чего-то Никита тоже долго не эту трубку не берет. Я вообще ничего не понимаю. Книга интереснее моей вечеринки? Допустим. Эй! Ну чё? Скучали без нас, а? Блин, а чё за тухлый движ такой? Ребята, давайте веселиться, а? Сейчас мы всё исправим. Дедушка Артёма принёс подарочки, а? Привет. Привет. Мы тебя так долго ждём уже. Да ты что? Привет, а так. Вы где были? Ну что, повисим сегодня? Не-не-не-не-не-не-не, все. Наш чемпион уже в отключке. Но я с легкостью могу его заменить. Ты что, его напоил, что ли? Я? Ты что не взяла? Алло, Никита, ты где? Слушаю вас так. Простите, вас зовут Соней? То есть Софией? Да. А вы кто? Старший инспектор Лавров. Произошло ДТП со смертельным исходом. Пострадавший мальчик лет 10. При нем обнаружен этот телефон. Последний звонок был сделан на этот номер. Вы кем пострадавшему приходитесь? Сестрой. Нам нужно связаться с родителями.
души вломило, понимаешь? А что эта падла думала, что я за просто так ему место на рынке свое отдам, а? Сейчас. Только кто ожидал, что у него крыша ментовская, понимаешь? Я ни о чем не жалею, потому что если каждой падле уступать, поломается кровать. Ну что ты сидишь, как неживая? Первый раз, что ли, да? Да не молчи ты. Ну чего ты? А на воле есть кто-нибудь? Ну, у такой красивой девочки, ну должен же кто-то быть. Муж там, например, объелся груш. Будет ждать? Не молчи. Я же не из простого любопытства к тебе пристаю. Я помочь тебе хочу, понимаешь? Не держи беду в себе. Ну иначе она тебя изнутри сожрет. Мне помощь не нужна. Не, ну смотри, всем нужна, ей не нужна. Ну ладно, ладно. Нам торопиться-то некуда. Работаем понемногу. Раскрываем по горячим следам, так сказать. Потом договорим. Ярослав Сергеевич, вас с детства не научили стучаться перед тем, как войти. Ладно, спишу на ваше эмоциональное состояние. Что за срочность? Следователь Рыжов отказывает мне в свидании с моим клиентом. С клиентом? С каким клиентом? Шагалова. Я и ее адвокат, имею законное право на встречу. Так что вразумите своего следователя, пожалуйста. Ну, вообще-то Шагалова не просила о встрече с адвокатом. Ну, конечно, вы еще не доказали ее вины, уже запугали. Успокойтесь, успокойтесь. Конечно, странно, но вполне законно. Хорошо, я позвоню, чтобы вас к ней пропустили. Олег Иванович. Я когда смогу забрать тело сына? При всем моем уважении к вам, пока нельзя. Патологоанатом. Ну что я вам буду объяснять? Вы же сами все прекрасно понимаете. Ну да, я понимаю. Жена не понимает. Друг друга не касаться, ничего не передавать. Клянусь, я ни в чем не виноват. Это страшная трагедия. Я соболезную. Как вас сюда пустили? Я буду вашим адвокатом, если вы не против. Против? Почему? Я вам не верю. В этой ситуации главное, что вам верю я. Или у вас есть деньги на нормального адвоката? В общем, выбираю или я, или какой-то молокосос, или адвокат, который назначит Душке Рыжов. Мы на «ты». Хорошо. Зачем тебе это нужно, если я даже заплатить не смогу? Сможешь, но дело не в деньгах. Я обещаю, что вытащу тебя отсюда, но ты принимаешь меня как своего адвоката. Иначе у меня не будет никаких ни полномочий, ни доступа к материалам дела. Я буду продолжать быть потерпевшим, и ни Рыжов, ни Тарнаев мне ничего не говорили и не скажут. В общем, выбор невелик.
сказали, что они заинтересованы повесить на тебя убийство моего сына. Это все ради тебя. Инна! Инна! Я вернулся. Аппетита нет. Ром, я тебя вытащу отсюда. Итак, это основные направления. Мы очень просим всех, кто знает что-то о местонахождении Сони, сообщите нам. Мы обещаем вознаграждение тому, кто поможет найти нам нашу единственную дочь. О, Господи! Мое горе-то какое! Эти Галкины будто проклял кто! Ну, что ты раскудахнулась? Ну, жаль их, жаль! Потерять уже второго ребенка, но это врагу не пожелаешь! Ты себя пожалей, дура! Чем по счетам из клиники будем? Рассчитываться твоими слезами? Роди, а если снова занятия? У кого? Ну, у начальника твоего, у которого ты в прошлый раз занимал. Да нет, вряд ли получится еще раз. Как директор колледжа для одаренных детей, я приложу все усилия, чтобы помочь в поисках нашей бывшей ученицы. Уже сейчас вы можете записаться на сайте школы волонтером в поисковые бригады и узнать место и встречу поиска. Если это похищение с целью выкупа, то, скорее всего, преступники постараются связаться с вами. И что нам делать? Ну как что? Сидеть дома, ждать звонка. Но с вами будут дежурить наши специалисты, они запишут все входящие вызовы. Да, если вы что-то вспомните, вы звоните сразу мне. Я всегда на связи. Мы вам уже все рассказали. Почему полиция до сих пор не начала выполнять свою работу? Вот лично вы. Что будете делать? Лично я опрошу ближайших подруг Сони Галкиной. С кем она больше всего дружила? Лиза. Лиза Захарова. Да, Лиза. Вот с нее и начну. Егор. Егор, стой. Раз уж так вышло, что ты занимаешься делом о пропаже Сони Галкиной, а я близкая подруга ее родителей, давай поможем друг другу. Нет. Еще есть вопрос? Ну как? Почему? Обмен полезной информацией. Я предпочитаю не делиться полезной информацией с прессой. А с друзьями? Друзья, а где здесь друзья? Я чего-то не вижу. А, да. Это, наверное, те друзья, которые добывают нечестным путем служебную информацию, потом используют ее в своих целях. А? Ну вот, ты совершила движение по карьерной лестнице, а я был вынужден поменять место работы. Вот такая помощь. Ничего страшного с тобой не случилось. Мог бы тоже карьеру сделать, если был чуть-чуть более гибкий. Ты знаешь, на моей службе гибкость не входит в число необходимых качеств. Она у тебя нигде не входит. А детки у тебя есть? С кем они сейчас, детки-то? Сын есть. Вот видишь, сын. Я его год не видела. Бывший муж забрал ее. Не разрешает с ним видеться.
Во сволота, а! Ты знаешь, все мужики такие. Вот ей-богу, без мужика легче, они ж как геморрой. А вот без деток нам нельзя. Куда ж нам, бабам, без деток-то? Нет, ну что ты, дочка, не надо плакать. Ну не надо плакать. Не стоит эта козлина твоих слез, а? Не надо. Ну вот как тебя звать, а? Анна. Ну да, конечно. Ариадна. Ариадна? Смотри, какое красивое имя. Под это имя танцевать надо, а не плакать. Хотя, знаешь, если хочется поплакать, ты поплачь. Может, тебе и легче станет, а тетя Рая никогда и никому про это не расскажет. Детеныш ты, детеныш. Мы пока точно не знаем, связано ли исчезновение девочки со смертью ученика на выпускном. Послушайте, я сказал уже вам все, что мог, и даже больше. Дождитесь официальных сообщений. Ну, что на этот раз? Шагалову нужно отпускать. В свете последних событий ни один суд не продлит ей задержание как меру пресечения без предъявления обвинения. А вам предъявлять нечего. ДНК под ногтями Артема не ее, так что мотив убийства сыпется. К тому же пропал еще один ребенок. Но пока нет причин думать, что эти преступления как-то между собой связаны. Ну как же так? Я думал, что основная версия следствия – это что убийца моего сына – это тот же, кто похитил или, не дай бог, убил Соню Галкину. Определенная логика в ваших словах имеется. Спасибо. Но у Шагаловой алиби на момент похищения Галкиной она была взаперти. Так что, Олег Владимирович, я очень рад, что вы разделяете мою точку зрения. И я хотел бы, чтобы вы знали, что я умею быть обязанным. Я надеюсь, вы не на взятку намекаете. Нет, просто хотел, чтобы вы знали, что я должен вам услугу. Ладно, ладно. Чего ты хотел? Слушай, ты что в полиции про выпускной рассказал? Да ничего такого. Соврала о том, что у Артема с англичанкой были шашни, что слышала их ссору возле бассейна. А зачем? Ты идиот? Мне надо было сказать о том, что Артем хотел снять подставу, а мы знали и никому не сказали? Ну да. Ну и как они? Поверили? Да не знаю. Опять звонил этот душный следак, сказал, вопросы есть. В этот раз насчет Сони. Да, мне тоже звонил. Просил подъехать, дать показания, и потом я приехал. Ну, согласовать, что говорить, и... Ты говори как можно меньше. Артёму мы уже не поможем, а нам их пристальные взгляды ни к чему. Да. Не волнуйся, у них на нас ничего нет. Да я не за себя волнуюсь. Ты думаешь, что у меня все в порядке? Куда она пропала? Все в порядке с твоей Соней. Побесится и вернется. Просто ты не думаешь, что исчезновение Сони и убийство Артёма как-то связано? А ты знаешь, кто убил Артёма? Нет. Ну так в чем тогда связь? Не знаю. Слушай, а о чем вы тогда говорили с Артемом в лимузине? Он тебя перебил еще. Мы хотели тайно пожениться. В тайне? Да. Ладно, я поеду. Давай. Мы быстро доехали. Пойдемте в дом. Чего ты мельтешишь? Ты думаешь, если ты будешь метаться туда-сюда, что-то изменится?
Почему ничего не происходит? Они же должны что-то делать. Они должны меня допрашивать. Так уже все произошло. Убитый убит, ты сидишь. Вот так и идет следствие. Годами. Шагалова, с вещами на выход. Паньки. Давай, давай, давай. Спасибо, Мелевти. Ради Бога. Наші очі – найбільш виразний та складний орган. Для гострого зору мільйони особливих клітин потребують дбайливої підтримки. Вітаміни для очей Doppelherz просто створені для цього. З німецькою точністю та увагою. Doppelherz. Садись, я тебя подвезу домой. Как тебе это удалось? Ну, я же тебе обещал. Садись. Мы учились в одном классе, но подругами не были. Угу. Ну, сами понимаете, Соня девушка со странностями. Как бы это сказать? Мы с разных планет. А Сонина мама говорит, а что вы были подругами? У них же проблемы в семье. Не думаю, что Соня откровенничает со своей мамой. А вы сейчас со мной откровенны? А зачем мне, по-вашему, врать? Я не знаю, зачем вам врать, но вы явно не заинтересованы в том, чтобы вашу подругу нашли. Мало ли, что вам там кажется. А вот после убийства вашего бойфренда вы явно хотели свалить вину на учительницу английского языка. Не любите англичанку? Я ни на кого ничего не сваливала. Я что услышала, то и сказала. Не верите? Докажите, что я вру. Так и знала. Нечем возразить. Сегодня хватит. До новых и волнующих встреч. Это угроза? А мне не страшно. А мне немного страшно. Что я выполнил свою часть сделки. Теперь твоя очередь. Что ты говоришь? Какая сделка? Я тебя вытащил из тюрьмы, а ты должна найти убийц моего сына. Сначала ты хотел просто получить доступ к материалам дела. Теперь я должна убийцу искать. Ты в этом заинтересована первая. Тебя сейчас отпустили, но ясно дали понять, что подозрения с тебя не сняты. Так что, если мы не найдем другого кандидата на убийцу, к тебе вернутся завтра. Что я могу сделать такого, чего не может сделать полиция? Ты, в отличие от полиции, понимаешь детей. И дети тебе доверяют. А я уверен, что Артем убил кто-то из колледжа, возможно, даже одноклассник. Так что, если... Короче, неважно, как ты ко мне относишься, сейчас мы можем помочь друг другу. Ты мне найти убийцу сына, а я тебе вернуть твоего. Откуда ты знаешь про Дэна? Ну, ты же сказала про проблемы в Англии. Вот я навел справки. Пожалуйста. Только не обещай того, чего не сможешь выполнить, я этого не переживу.
Как это возможно? На законных основаниях мы обжалуем решение лондонского суда. Хорошо, я согласна. С одним условием. С каким? Ты ни при каких обстоятельствах не должен мне врать. Если я узнаю, что ты хоть в чем-то меня обманул, сделки конец. Договорились? Да, договорились. Мы знакомы? И я Богдан Якимов. Мы с вашей Соней вместе учились в одном. Точнее, я имею в виду учимся. Я не имею в виду то, что с ней случилось. Да, я тебя помню. Просто мы закончили уже школу. И... Как твои дела? Отлично. Ну, то есть нет, я просто вам хотел помочь с объявлением. Да? А можешь, пожалуйста, на параллельной улице расклеить? Я там еще не была. Угу. Держи. Хорошо. Я тогда мопед домой завезу. Ага. Зачем вы выпустили Шагалова? За тем, что ты доказательную базу не предоставил. Как же так? Я нутром чую, что с ней не так. Нескладно получается. Содержимое твоего нутра, дружок, суду мало интересно. А вот если ты своему нутру доверяешь, ничего не мешает тебе работать в том же направлении. То есть вы дадите людей для слежки за Шагаловой? Нечего государственные средства разбазаривать впустую. Твое нутро чует, пусть оно работает. Сам следи за ней. Давай, выходи. Я опаздываю. Давай, давай. А мне работать как? Мне что, ее наручниками к себе приковывать прикажете? Прояви изобретательность, вводи в доверие. Ну что, мне тебя учить, что ли? Понятно. Ну вот, молодец. И помни, твоя главная задача – найти пропавшую школьницу. А Шагалова к ее исчезновению, похоже, не причастна. Давай, работай. Извините, домой я не приглашаю. А может, ты снова на вы? Мне кажется, так лучше для дела. Мы же партнеры. Ну, я так не считаю. Я думаю, что формальности только мешают делу. И учти, теперь я от тебя буду требовать ежедневный отчет. Хорошо, как скажешь. Как ты думаешь, с кого лучше начать? С Лизы Захаровой. Официальная девушка Артема. Думаю, что она действительно хорошо знала моего сына. И она зачем-то рассказала Рыжову, что у вас с Артемом был роман. Еще она сказала, что у вас была громкая ссора у бассейна. Это так? Нет, конечно. Нет, ну я не могу быть точно уверена, я не все помню, но мне кажется, такого не могло быть. Может, все-таки поднимемся, обсудим детали? Прости, я позвоню тебе потом. Ты что там делаешь, а? Ты что сделал? Ты что там сделал? Эй, парень, ты что? Ты что там сделал, а? Эй, парень, у меня работа такая. Объявление с заборов чистить. Ты не видишь, что там за объявления висят? Ты... Никакие нельзя. Некрасиво, мусор. Мусор? Да стой ты! Богдан! Богдан! Там спокойно, Богдан. Собирайте свою тачку, уезжайте. Арестуйте меня, да? Ну арестуйте, вы же только это и умеете. Это же вам не настоящих убийц и пропавших девочек. Да ты дергаешься, тебя никто ни в чем не обвиняет.
Спокойно, мне просто с тобой нужно поговорить, и все. Поговорить? Так вызовите официальную повестку, я приду. С родителями и с адвокатом. А просто так никаких разговоров с ментами, ясно? Подожди ты! Скажи, ты знаешь что-то о Соне Галкиной или нет? Я ничего не знаю. А знал бы, он бы все равно ничего не сказал. Он придет с минуты на минуту. Угу, хорошо. Маргарита Панина, Ярослав Колесников. Здравствуйте. Очень приятно. Рад видеть вас воочию. Взаимно. Конечно, по телефону это совершенно не то. Мы уже начали обсуждать вопрос опеки. Да, я как раз пыталась объяснить вашему помощнику, что дети моему мужу не нужны. Он и сейчас ими не интересуется. Но это не значит, что он их не заберет, чтобы отомстить. Это почему? Это же он мне всю жизнь изменял, а не я ему. Ну, смотрите, мы здесь собрались не для того, чтобы давать моральную оценку вашему мужу Геннадию Панину, а спрогнозировать его поведение, основываясь на моем профессиональном опыте и на ведении аналогичных дел. Поскольку вы инициатор развода, вы пошли против него, вы навязываете свою волю. Для него картина выглядит именно так, поэтому он будет бить по самому больному. А бить он будет обязательно. Все имущество мужа записано на меня. Поэтому пусть только попробует. Опять вы? Вы же меня недавно отпустили. Можно войти? Мы с вами начали немного не с той ноты. Ну, давайте начнем все сначала. Как-то перезагрузка. В хорошем смысле этого слова. Спасибо. Совсем недавно вы не верили ни одному моему слову. Что изменилось? Ну, я же не обязан всем верить, правильно? А потом мне действительно очень нужна ваша помощь. Мне катастрофически не хватает информации о этих детях. Они абсолютно не идут на контакт, не отвечают ни на какие мои вопросы. Мне кровь из носу нужно найти Соню Галкину. Соня пропала? Более того, я считаю, что ее исчезновение связано со смертью Артема Колесникова. Представляете, в какой она опасности может? Да, конечно, я все расскажу, все, что знаю. Я оденусь только. Вы пока подождите. Да, я понимаю. Спасибо. Привет. Ну что, как ты? Держишься? Я вообще не знаю, как все это можно пережить. Если тебе что-то нужно будет, ты же сразу ко мне. Угу. Уже нужно начинать беспокоиться. О чем? Я про исчезновение Сони Галкиной. Не понял. Ты сам сказал, что Богдан рассказал Соне про аварию, которую мы замяли. После этого Соня исчезает. Что я должен думать? И ты что, серьезно думаешь, что я как-то причастен к этому похищению? А ты к этому причастен? Да, конечно, нет. О, бред. Да я с таким же успехом могу подозревать и тебя. Ты получал что-то подобное? Нет. Ну, конечно, нет. Если бы я получал, я бы тебе об этом сказал. Ты ведь мой адвокат. Давно это происходит? Год. Возможно, тот, кто это писал и убил Артема. Я не думаю, что это как-то связано с нашими делами. Конечно, Галкин ненавидит нас обоих, но мне кажется, он не стал бы похищать собственную дочь. Почему ты так цепляешься за это похищение? Может быть, его вообще не было.
Ведь может быть такой вариант, что Богдан рассказал Соню об аварии. И она убила Артема. Потом испугалась и спряталась. Соня казалась замкнутой и сосредоточенной девочкой, но это не значит, что у нее были какие-то проблемы. Она прекрасно училась и хорошо общалась с одноклассниками. У нее что, вообще друзей не было, что ли? Почему были? Она дружила и тепло общалась с Петей Лазуткиным. А вот это любовь-морковь? Ну... Нет, понятно. Не грустно, не грустно. Я сама только год проработала с этим классом. Мне не хватает нужной информации. Какой, например? Например, почему пропала Настя Синько. Какая Синько? У меня на Синько никакого заявления не поступало. А что, она тоже пропала, что ли? Да. Нет, но она не то чтобы пропала. Она просто внезапно бросила учебу без всяких причин. После поездки класса в Лондон прошлым летом. А какое это может иметь отношение к делу? Она что, тоже была на выпускном? Нет. Ну, может быть, есть какая-то связь. Какая, например? Нет, наверное, нет никакой связи. Вообще, все эти вопросы вам лучше задать нашему школьному психологу Сереже Зазуле. Да-да-да, вот, Сережа, это Зазуля. Зазуля. Кстати, какого вы мнения об этом Зазуле, как о человеке? Ну, он умный, образованный. Но сам себе на уме. Я когда пришла работать в школу, он мне сначала помогал, поддерживал. Но... Он очень фамильярно общается с учениками. Он сокращает дистанцию, слишком сокращает. Например, Артем Колесников при всех называл его «бро». Где ты был? Делами занимался. Ты же знаешь. За твоей проклятой работой убили моего сына. Ты продолжаешь ею заниматься, будто ничего не произошло. А ты знаешь, кто убил? Ты убил. Я вечно молчащая, все понимающая, практически не моя жена, я не слепая. Я видела все эти угрозы. Из-за них убили. Тёмочка. Пойдем. Мой мальчик. Пойдем выпьем успокоительное, пойдем. Пришел? Хорошо, что рано. Ты должен поговорить со своим сыном. Ну, что случилось? А я сама хочу это знать. Пришел совершенно в непотребном виде. Такое ощущение, с кем-то подрался. Хамит. Грубит. Ну, ты же сама говорила, что у него сейчас сложный возраст. Что нельзя на него давить, нужно ему больше доверять. Да, я знаю, я говорила, но я была не права. А что, если он во что-то вляпался, и мы совершенно не знаем во что? Как нам тогда ему помочь? Где он? У бассейна. Я сам. Хорошо.
Богдан. Богдан, ты спишь? Я же знаю, что ты меня слышишь. Да что случилось, а? Пап, я все знаю. Это ты убил Соню.